Сегодня под председательством заместителя министра спорта Омской области Ивана Колесника состоялось рабочее выездное совещание, в ходе которого были осмотрены основные локации международного ралли «Шелковый путь». Первым местом посещения стал экспоцентр, который будет принимать судей. Также делегация осмотрела торговый центр «Континент», где разместятся организаторы ралли. Площадь у обоих зданий уже практически готова к приему спортивной техники. Далее участники совещания проехали на Соборную площадь, где рассмотрели план расстановки сцены, подиума, зрительских зон с учетом требований безопасности. Были на Соборной площади, где будет проходить торжественная часть, представление машин, красочное шоу. Были на местах закрытого парка, на местах старта. Поэтому подготовка уже вышла на финишную прямую. Наша область очень ждет гостей, поэтому я думаю, мы сможем достойно встретить это замечательное спортивное событие и будем готовы во все оружие.